От субботника увильнуть решил только кот, но на хвостатого здесь не очень-то и рассчитывали. На уборку территории 22-го округа никого граблями подталкивать не нужно. Вспоминаешь свое былое прошлое, когда мы с удовольствием ходили на субботники во имя всех. Работали, убирали, и это приятно, когда видишь результаты своего труда. В рамках экологического месячника, который в Белгороде стартовал 1 октября, сотрудники управы, представители ТОСа и управляющей компании вместе с местными жителями привели в порядок сквер на улице Николая Чумичева, убрали листву, покосили траву, вырубили поросль. Мы ежегодно участвуем в уборке данного сквера общественного пространства, тем более погода подарила нам теплый день. И с удовольствием вышли брать данный сквер. Мусор, ветки и листья сразу вывезли, настроение на рабочую неделю создали. Дворы тоже стараются держать в чистоте и красоту наводят сообща. Цветов у нас полон двор, видели? А вы покажете нам? Покажу сейчас, там цветов, мы все сами сажали. Покупаем семена, сажаем, полим, убираем, поливаем. Вот все газоны наши, стараемся, чтобы наш дом был красивый. Каждый двор и сквер может стать красивым благодаря нам с вами, и не нужно ждать, пока кто-то придет и сделает это за нас. Виктор Апальков и Дмитрий Ерема, Белгород, Медиа.